Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодня мы с вами находимся на озере в Глибовке. Первый раз нахожусь в этом, на этом озере. Хочу половить щуку. И мне уже выписали торбопакет. Есть спортпакет, а есть торбопакет. За 500 гривен можно поймать 3 килограмма. И если ты ловишь спортпакетом, то за 250 гривен, пожалуйста, лови и выпускай. Интересно, администрация здесь разрешила вот именно по спортпакету. Это очень здорово. Особенно для спортсменов, которые хотят попробовать порыбачить, а не только для спортсменов. Ну, в этот раз жена попросила привезти хоть пару хвостов рыбы, поэтому взял обыкновенный пакет, коммерческий, за 500 гривен. И попробую поймать этих 3 килограмма рыбы, посмотрим, как у меня получится. Буду сегодня тестировать силикон компании Vist. Это украинский производитель. Весь силикон компании Vist съедобный, есть плавающий, есть неплавающий, в общем, есть много вариантов, поэтому будем пробовать и смотреть, что у нас получится. Туман, кстати говоря, разошелся, смотрите, прекрасно. Попробуем даже полетать сегодня, если даст возможность погода. Сегодня 28 ноября. И прогноз погоды такой, что обещают где-то часам к двум дождь. Ну, посмотрим, как оно будет. Сейчас время где-то примерно 9 часов утра. И мы начинаем свою рыбалку. Поехали. Друзья, мы еще не начали рыбачить. Уже подписчики канала «Все для клёва» угощают кофе. Представляете, как приятно иметь подписчиков канала и встретить их на рыбалке. Ну, спасибо большое за кофе. Будем здоровы. И за рыбалку. О, что-то есть. Смотрите. Щучка есть. Ее здесь недостаточно. Леня, красавчик. Так. Бойкая такая, она кошмар. Хороший экземплярчик. Как для этого озера, да? Они стандартные. Они запустили где-то 2,5 тонны такой щучки. Что-что? 2,5 тонны такой щучки запустили, вот она стандартная клюет. Ага. Красавчик. Понятно. Выбрасывайся. Друзья, заметил, что рыбаки ловят на кислотные цвета. Попробую поставить вот такую вот морковку. Посмотрим, что это даст. Напоминает спору. Плечом к плечу. Да, людей много. Бедная эта щука. Уже прячется, наверное, везде. Не знаю как, но по моим часам давление поднимается. Это не очень хорошо. Не очень хорошо для щуки. Так, Александр называет Александра профессором. Да, ну-ка. Что я не так и делал? Так, это тенточка. А, у вас... Не-не-не, выставьте на эту щуку вот так. Это здесь другого варианта у вас не будет. Вот именно так поставить? Да, вот поставьте именно так. Здесь мы угол наклона жало мы сделали так, при захвате, при подсечке вы будете четко иметь глубокую подсечку. У вас крючок тонкий, угу. Тонкий, и он практически самоподсекающийся. Хорошо, попробуем так. Попробуем. Здесь нет зацепов. Угу. Здесь таких зацепов нет, что вы себе можете позволить. И поставьте 3 грамма, ну 3-5. Ладно. Меняем. Так, хорошо. Ой, я что за третий? Ты заварил третий еду? Лёня, на силикон, Лёня? Да. А вот потащил за. Забирай, мы еще и спиннинг поймали. О. О, еще и рыбку поймали. О. Блесну. А это, по-моему, вот... Это, случайно, не ваша блесна? Не ваша? Похоже на вашу была. Кто оборвал? Ну, была, давайте
Саша. А ну покажи. Потому что я видел, что вот ваша где-то. Если ваша, кто-то из, кто-то с ваших. Нет, это Саша, может быть Сашина. Так, мастер-класс. Поехали. Ну, это не совсем мастер-класс, это просто рекомендация. Так. Вот. Мы дали возможность ездить. Одно. Да. Делают два легеньких поворота. Потом... Дрыч-дрыч-дрыч. Ну, это не совсем. Делаю опять два где-то поворота легких. И вот до угла я опускаю удилище где-то на градусов 30, потом стараюсь его поднимать до градусов 50. Потом опять делаю легенький, легенький, и подброс, и подброс. Потом опускаю, делаю паузу, она пассивная. Так. Пауза. Водичка уже холодная, и ей холодно, пассивность присутствует. Вот она. Видите? Захотел все-таки кислотный твист вот такой. 3,5. И он, видите, он плавающий. То есть, когда делаешь остановочки, он останавливается, как кормящаяся рыбка. При этом я увеличил вес, потому как начался ветер. И сдувает, я не чувствую поклевку, не чувствую вообще приманку.
спуск. Да, вот такой красавец, смотрите. Да. Окунюк знатный, честно говоря. Я давно таких не видел. Красивых. Вот на такую красоту. X-Vist. Троечка, наверное. 2,5, да. X-Vist 2,5. Вот такой вот. Классно. Окунька поймал. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, как вас хоть зовут? Меня зовут Павел, я являюсь одним из совладельцев данного водоема под названием Пайкодром Рыбовка. Буквально несколько недель, как мы открылись, и в этот водоем было выпущено 2,5 тонны щуки с промежутком 1 неделя. Сначала мы зарыбили 1 тонну, а затем докинули еще 1,5 тонны навеской от 400 до 1 килограмма, но в среднем до 800 грамм. Вот. Вкратце хотел бы вам рассказать по водоему. Водоем, в принципе, небольшой, по периметру всего лишь 750 метров, что, в принципе, дает рыбакам очень крутую возможность активно почувствовать клев рыбы, так как на такую небольшую акваторию довольно-таки большое количество рыбы, щуки на данный момент. Тут есть еще дополнительные особи, как окунь, так и судак. Расскажите про глубины. Что тут с глубинами? Смотрите, на сегодняшний момент, так как уровень воды поднимается, поэтому говорю, на сегодняшний момент глубины до 2 метров, но местами есть ямки до 2,5-3. Ну, если говорить средняя глубина, это 2 метра. Вот. Хотел бы добавить еще по виду рыб. Есть судак в прилове, лично ловили, и ловили на 2,5-килограммового судака и килограммового, не в большом количестве, но есть. Есть также белая рыба, но на нее, в принципе, акцент мы как бы и не ставим. Вот, есть хорошая. Окунь есть, окунь планируется зарыбляться еще весной в где-то тонну. Тонну будем закидывать, мы уже заказали навеску от 500 грамм, то есть окунь будет здесь еще хороший. Так, что еще хотелось бы добавить? Не, расскажите про белую рыбу. Про белую рыбу, да. Да, потому что тут у нас есть подписчики, которые хотят ловить белую рыбу. На сегодняшний день у нас рыбалка пока что по белой рыбе не открыта, но здесь есть уже крупные особи. И 6 килограмм, вот совершенно недавно у нас выкладывали в нашем вайбере Пайкодром Грибовка рыбу, которую забагрили 6-100, это был карп. Здесь есть крупные особи, это факт. Неоднократно мы багрили и доставали чешую, то есть если не вываживали рыбу, но сам факт на явности рыбы здесь есть. Планируется еще по весне заброс, зарыбок делать карпа и белого мура, и даже толстолоба, для того, чтобы здесь развивалась также белая рыба, чтобы толстолоб, как говорится, почищал этот водоем. Вот как-то так. На сегодняшний день, вкратце подытожу, на этот водоем выделяются все возможные ресурсы. Наша цель — сделать на сегодняшний день вот этот маленький небольшой водоем как и спортивным для любителей ловли хищной рыбы спиннингом с берега, так и для, в принципе, любителей рыбалки. Здесь можно заметить очень часто, когда мужья приезжают со своими женами и детьми, так как на нашем водоеме действительно можно научить ребенка ловить рыбу, а женщине сказать: вот смотри, насколько это круто, чтобы она потом не пилила своего мужа. Скажите, пожалуйста, а вот мы проводим семейные турниры, возможно ли проведение семейных турниров по белой рыбе здесь у вас? Смотрите, конкретно по белой рыбе сейчас вам точно не скажу, так как на сегодняшний день у нас пока что акцент идет по хищной рыбе, но это пока. Могу сказать, что если есть любители все-таки спиннинговой ловли, у нас будет весной проводиться фестиваль для детей. То есть мы бесплатный, муниципальный, не знаю как это. То есть мы не берем никаких взносов, мы просто хотим для детей показать мастер-класс и провести соревнования. Но такой у нас план есть. Ну, вот. Приглашайте. Да, будем всегда рады вам. Так что приглашаем вас посетить наш водоем Пайкодром Грибовка со своими детьми, женами. В общем, you're welcome. Всегда пожалуйста. Спасибо. Спасибо. И еще вопрос. Зря вы так быстренько отключили. Нет, вопрос еще не отключил. К администрации. Я так понимаю, вы представляете администрацию. Давай. Ну, здесь как бы не от союза пингвинов, но очень интересует вопрос рыбалку на жерлице.
Вот она в перспективе есть? Смотрите, на сегодняшний день мы рассматриваем этот вариант, так как, ну, все-таки зимнюю рыбалку никто не отменял. И вполне возможно, что мы это сделаем. Но мы сейчас с ребятами как раз этот момент в декабре уже будем полным ходом обсуждать, вот где-то ближе к середине. Ну, будет информация доступна на всех источниках, где мы есть. То есть это наша группа в Вайбере, это наш Инстаграм. Как только появится информация, вы узнаете по-любому. Но мы этот вариант рассматриваем, это факт. Ну, рассматривать, вы же понимаете, что это большой плюс, и если это подконтрольно вами, да, и при условиях хорошего безопасного льда, ну и вы же понимаете, количество лунок — это количество кислорода. Естественно, мы еще вам скажу заранее, мы еще планируем сюда поставить несколько аэраторов, то есть поэтому я думаю, вопросы с кислородом и в принципе по зиме это будет, ну, они будут в любом случае решены, но вопрос с лунками и зимней рыбалки, он как бы открыт. А еще хотел бы добавить о бонусах, которые вы сможете получить, присутствуя на нашем водоеме. Итак, девушки и дети до 14 лет могут посещать пайкодром Грибовку бесплатно, по спортпакету. А если вы замерзли и вы хотите согреться, то наш охранник с удовольствием сделает вам кофе или чай, горячий, естественно. Бесплатно? Бесплатно, естественно. Также хочу добавить, у нас есть еще несколько бонусов для тех, кто привозит к нам рыбу. Рыба, которая приезжает, ну то есть живая рыба, когда вы привозите щуку или судака, например, от 2 килограмм, то мы вам предоставляем бесплатные рыбалки, несколько по спортпакету. Все условия сможете у нас в Вайбере получить. Естественно, еще хотелось добавить про то, что если вы, как вот человек активный и любите рыбалку регулярно, именно на нашем водоеме вы сможете, посетив месяц 5 рыбалок, 6-ю также получить бесплатно. Поэтому всегда будем вам рады, приезжайте, наслаждайтесь, ловите щуку, ну и любую рыбу. Друзья, ну рыбалка закончилась. Спасибо этому озеру, спасибо компании ВИЗ за телефон. И спасибо озеру за такой прекрасный, шикарный улов. Ну, окунь, конечно, сегодня это что-то с чем-то. Такой красивый, такой здоровый. Просто супер. Ну, кто еще не подписался на канал, подписывайтесь. Буду рад. Спасибо за просмотр. Всем удачи, все хорошо. Встретимся на рыбалке. Пока.